Итак, внимание, рядовой Мартин. Сегодня ты будешь проходить полосу препятствий и обучаться владению оружием. Прежде чем начать прохождение полосы препятствий, прочти все эти важные надписи и сделай то, что в них сказано. Хорошо. Теперь проверь цели. Ты увидишь, что текущая цель подсвечена. Кроме того, местоположение текущей цели помечено звездочкой на твоем компасе. По мере твоего приближения к цели, звездочка будет двигаться к центру компаса. Подойди к текущей цели. Так, достаточно. Ты видишь, что цель отмечена как пройденная, а у тебя появилась новая цель. Хорошо, Мартин. Открывай ворота и начинай прохождение полосы препятствий. Быстрей! Быстрей вперед! Мартин, и ты здесь, бедняга? Рад тебя видеть. Эй, удачи тебе! Шевелись, ты не на прогулке. Перепрыгивай, давай быстрей. Неплохо. А теперь ложись и ползи под этой колючей проволокой. Сержант, зарядить эти пулеметы. Это боевые пулеметы. Всем лежать! Лежать! Вести на лестнице, рядовые! Быстрей, быстрей! Рядовой Мартин, тебе в эту дверь. Сержант Моди научит тебя обращаться с оружием. А остальные останутся здесь. Забери голову, рядовой. Я здесь, на наблюдательной вышке. Возьми со стола один карабин М1А1. Ты можешь получить дополнительные боеприпасы, вытащив их из какого-нибудь другого оружия, аналогичного твоему. Подойди к ограждению и сделай 6 выстрелов по мишени. Твоя точность будет зависеть от того, насколько хорошо ты удерживаешь прицел. Делай еще 6 выстрелов по мишени во время движения из разных положений. Ты будешь стрелять точнее, находясь в неподвижном состоянии, из положения лежа или прикушек. Эти навыки будут спасти твою жизнь. Когда магазин опустеет, оружие будет перезаряжено автоматически. Хорошо, рядовой. Переходи к следующему этапу. Возьми со стола винтовку Спрингфилд и поменяй на нее свой карабин. Повернись налево, подойди к ограждению и сделай 2 выстрела по мишени. Ты можешь получить дополнительные боеприпасы, вытащив их из какого-нибудь другого оружия. Подойди к ограждению и сделай 6 выстрелов по мишени. Хорошо, рядовой. Переходи к следующему этапу. Возьми со стола винтовку Спрингфилд и поменяй на нее свой карабин. Повернись налево, подойди к ограждению и сделай 2 выстрела по мишени. Теперь дважды прицельно выстрели по мишени. Прекрасно! Надеюсь, теперь тебе ясно, что ты с помощью прицела сможешь стрелять точнее. Отлично, рядовой. А теперь идем дальше. Замени свой Спрингфилд на один из Томпсонов на столе. Если у тебя не 3 руки, ты можешь одновременно нести только 2 вида оружия, не считая гранат и того, что у тебя на поясном ремне. Сделай 10 выстрелов по мишени, сначала навскидку, а потом прицельно. Сразу обоими способами. Ты увидишь, что а не только через оптический прицел. Несколько шагов одновременно целясь. Ты будешь двигаться в ближнем бою. Ты можешь ударить врага прикладом своего оружия. Это называется рукопашная. Попробуй этот прием со своим Томпсоном. Да не глазей по сторонам, малыш, здесь все взаправду. Теперь поменяй оружие, рядовой.
Если ты чуть умнее, чем кажешься, может, до тебя и дойдет, что каждому оружию свое время. Ошибешься в выборе, можешь бронировать себе место в аду. Сделай еще 3 выстрела по мишени. Неплохо, рядовой. Переходим к следующему этапу. Возьми со стола осколочные гранаты. Давай, шевелись. Кинь по гранате в каждую из дырок впереди. Вот тебе и гром, и молния. Двигаясь мимо поста, наклоняйся то влево, то вправо. Это защитит тебя от врага. Переходим в следующий сектор. Помни, рядовой, если тебя ранят, воспользуйся одним из этих медкомплектов. Не геройствуй, он может спасти твою шкуру. Ну и, наконец, взрывчатка. Держи, партнер. Взрывчатка обладает огромной огневой мощью. Отнесись к ней с уважением. Ей, знаешь ли, все равно, что взрывать. Обрати внимание на появление секундомера. На нем ты увидишь, сколько у тебя времени на то, чтобы убраться подальше. Если, конечно, ты не торопишься на тот свет. Неплохо поработал, рядовой. Молодец.